На самом деле я скажу, что проблема в том, что нет кредитной карточки. Вы знаете, вот бывает такая ситуация. Денег в кармане нет, в бюджете нет, но есть кредитная карточка, можно рассчитаться и все, забрать покупку с магазина или там купить себе какую-то игрушку, не знаю, кто из депутатов чем балуется. Бюджет это сбалансированная, сбалансированная схема доходов и затрат. Соответственно, если мы хотим уменьшить тарифы, мы должны где-то взять деньги. Я лично уверен, что мы тарифы понизим. И причем я могу сказать, а от чего это зависит? А куда мы дели деньги, которые мы получили вот от увеличения это тарифа? Хороший вам вопрос. Куда мы их разокрали? Уважаемый Александр, вот это хороший вопрос. Я депутат первого созыва, вы уже давно работаете, вы лучше меня знаете, как это делается. Я не давно работаю.